Свердловские власти нашли способ, как остановить криминальный передел власти на 4-й овощебазе. Принят ряд решений, которые зафиксировали дату закрытия скандального актива. Ключевой проблемой были гарантии сохранения поставок овощей и фруктов в столицу Урала. Но уже нашлось решение. 4-я овощебаза всегда была головной болью для региональных властей и правоохранительных органов. За контроль над ней идет нескончаемая борьба между различными криминальными авторитетами. В разное время неформальными хозяевами базы называли воров в законе Алана Усаяна, Дед Хасан, Олега Сухачева, Сухач, Ровшина Джанева, Равшан Ленкаранский, Надира Салифова, Гули. Кроме того, известно, что различные преступные группировки используют четверку в качестве перевалочной точки наркотрафика. Последний громкий случай произошел летом 2016 года. Как сообщала пресс-служба УФСБ по Свердловской области, на территории овощебазы была задержана фура с героином, прибывшая в Екатеринбург из Кыргызстана. Наркотик оказался расфасован по сеткам-слугам. Поэтому разговоры о том, что криминальную базу, которая находится в пределах города, нужно ликвидировать, ходит на уровне городских и областных властей довольно давно. Но есть две проблемы. Во-первых, база вместе с землей находится в личной собственности. Во-вторых, она снабжает овощами и фруктами 50% местного рынка. Ее закрытие привело бы к дефициту овощей и фруктов в городе, сообщил Юрару источник в региональной власти. Но, утверждает он, решение найдено. После того, как в 2018 году в Екатеринбурге начнет работу новый масштабный агрокластер на пересечении Кольцовского и Сибирского трактов, потребность в четверке исчезнет. Арцкольцовский, который строит гражданский кодекс ТЭН под контролем областных властей, займет 36 гектаров. Единовременно в комплексе можно будет хранить 30 тысяч тонн овощей и фруктов. На первом этаже основного здания откроют сельскохозяйственный рынок, второй этаж отдадут под фудкорт и офисные помещения. Остальное пространство, 42 тысячи квадратных метров, займут склады. По словам старшего консультанта департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Антона Тиманина, существующая овощебаза уже давно морально и физически устарели. Но самое главное, они не отвечают санитарным требованиям. Если бы обычный покупатель увидел условия, в которых хранятся продукты, которые распределяются сегодня через некоторые оптовые базы, у него могло бы пропасть всяческое желание их покупать, объясняет аналитик, изучивший рынок уральской столицы. Также эксперт отмечает, что ставки аренды на существующих базах достаточно высоки. Особенно, учитывая качество объектов, иногда это полуподвальные помещения с плохо понятными условиями доступа. В рамках нового ARC арендаторам будут предложены новые качественные площади по сопоставимым рыночным условиям, говорит он. Кроме того, ARC не будет работать с поставщиками по серым схемам. Директор Кольцовского Антон Кузнецов сообщил Юрару, что с каждым арендатором будет заключаться четкий и прозрачный договор аренды. Крупные поставщики также сообщают о готовности уйти с криминальной четверки. «Я работаю с 4-й овощебазой уже 9 лет. Видел и стрельбу, и поножовщину, и попадал под рейды ОМОНа, когда лицо втаптывали в половину, я столько раз переживал за свою жизнь, что не счесть. Но что делать, зарабатывать как-то нужно. В этом смысле, конечно, интересно, что будет из себя представлять новая база, на условиях анонимности поделился с Юрару поставщик фруктов из Азербайджана. На четверке отказались комментировать появление конкурента. Может, Русиновой могла бы, но комментарии она не дает, пояснил нашему агентству ее представитель Алексей Вейс.